Всем привет, с вами Саша Гендель и Гоша Грипс и проект «Первая варка» пивоварни Beer Brew. И сегодня у нас что, Саша? Батл. Бельгийский батл между двумя пивоварнями, да, которые находятся в нескольких буквально километрах друг от друга. Ну да, полчаса на машине от одной пивоварни до другой. Это как от нас до Стамбира примерно. Да, где-то так. То есть рукой подать. Лихо я тогда приравнял. Что за пивоварня, расскажи нам. Пивоварня, во-первых, Хёги с линейкой Делириум и пивоварня Мушкетеры с линейкой Трубадур. Ну, линейки не полные, но и, здесь и этого нам достаточно. Я тоже так думаю. Потому что все сорта от 8 градусов начинаются. Это такой минимум. И у тех, и у других? Да. Да. Насчет того, что они рядом, мы уже сказали, находятся. Возможно, пивовар даже знакомы. Я не исключаю. Да там все друг друга знают. Да. Спят, может, друг с другом, фиг его знает, да? Давай. С чего начнем-то? Трубадур Обскюра. Ну, да, темный бельгийский эль, 8,2. Ну и что скажешь? Чернослив в запахе. Не, все это... Да, вся эта история, это... Трипельная, по-моему, да? Да, вот к этим вот. Ну не трипель, он светлый. Это вот либо дюбель, ну по свету вот больше квадрик. Кстати, не лишним будет сказать, что вот это довольно-таки классическое пивоварня, правильно? Ну, и со своими прибабахами. А это такой New Wave. Ну, а тут, да, Бельгия встречается с Америкой. Ну да, просто запахом можно сидеть наслаждаться, потому что очень хороший чернослив, баланс, и запах и хороший. И что тут еще? Ну, очень вкусный, прям 10 из 10, ребят. Ну что, пьем? Да. Знаешь, какое оно интересное? Оно не газированное, но в то же время пьешь как будто молочный коктейль, как будто пенное все тело. Причем алкоголем как бы, ну... Не выпирает. Не выпирает, но оно все насквозь пронизано. Но чувствуется, что там его будет здоров. Да, это самое начало. Ну. Какой бы мы общий балл попили? Да, не будем аромат, там это мы очень будем распаляться долго. А я вот так вот, я ему поставлю 7 баллов, но оставляю 3 балла только на то, что вдруг больше, лучше что-то будет. Потому что не думаю, что сильно лучше будет, поэтому будет 7 баллов. Но оно мне очень понравилось. Поэтому если я остальным поставлю меньше 7, но оно окажется топовым. Ну, я поставлю побольше, наверное, девяточку, потому что, ну, немножко водянистая все-таки на мой вкус. Потому что все-таки, если сравнивать с теми же квадриками, с дюбелями, они поплотнее, там более акцентированный вкус, но за запах прям десятку, ну и вкус за восьмерку средний. Не, хорошее пиво. Вот, я, кстати, такого что-то давно ничего не пил. И теперь. Оппонент. Оппонент этого первого напитка, да, показывает, что ты хочешь, не, ну... Делириум Ноктюрнум с розовым слоном. Это розовый слон, это вообще линейка вся Делириум идет с ним, да? Ну там я так понял, что еще отсылка к Хичкоку. То есть это какая-то первая стадия, на первой стадии розовые слоны, потом там что-то еще. Стадия какие-то... чего? Белогорячки. А, белогорячка. А у нас в России белочка. Вот. Ну да, а там где-то, я не знаю, я не очень люблю. Понятно. Так, ноктюрном. Как ты к ноктюрному относишься? Не знаю, ну темный должен быть. Ноктюрном. Мне напоминает... Ой, как... В нем алкашка, по-моему, прет. Я вот даже пену просто пока попробовал. По запаху он явно попроще. То есть такой более простой вариант. Нету этого чернослива, нету чего-то такого. У меня вот такая горечь неприятная, такая... синильная. Да? В пиве. Ну, ты не пробовал еще? Не почувствовал. Ну, да, попробуй. Не в запахе. Да и в запахе тоже она есть. Как в косточке вишневой. Вот ядрышко разжевать, оно прям такое вот горькое, неприятное. И ну и да, вот вкусе после, такое после вкусе такое что-то есть. Ну... Но мне больше как бы
вкус у меня предназим мало, но вот к запаху, да, потому что если у меня... мушкетеров там прям вкусно-вкусно, то здесь прям, ну, ничего такого. А у меня к запаху так претензий нет. Так даже может вкус... российское пиво пахнет, если хорошо сварить. Вот. Да, нет. Без всяких там. Ну, здесь об охмелении каком-то говорить нечего. Вот так вот угадаешь на скидку, как вы хмель использовали? Не-не. Да вообще его, по-моему, там и не используют в Бельгии. Ну да, горечь такая вот есть, чувствуется на небе, прям на верхнем. На верхнем небе. Остается, да, какая-то такая вот костяная. Казалось мне, что она всего одна. Небо одна. Да? Но небо. Ну да, нижнего неба не бывает же. А что там? Язык. А под языком? Подъязычная полость. Подъязычное небо ты намекаешь? Нет. Не знаю, я второй раз я бы не стал. Ну, надо первый. Но попробовать-то надо. Ну, чем мы сейчас займемся? Ваше здоровье. С этой горечью послевкусной еще какая-то все-таки приятная такая штучка вылезает, которую, может быть, ни в одном пиве не пробовал. Это алкоголь. Вишня. Не, вишня. Но вишня сейчас дальше еще будет. Вот, а на удивление здесь мне тоже такой, знаешь, переспелая вишня, прям с косточкой. Вот во вкусе, мне кажется, не знаю, есть ли она. Ну, я бы даже сказал, что вишня, может, какая-нибудь сушеная там, суховишня. Сок, дрожжи. Ну, когда здесь напишут, что здесь вишня? Никогда. Так что, не знаю. Этим пивом я хочу обусловить нижнюю, наверное, границу того, как я буду голосовать. Если тому поставил 7, то этому я ставлю в нашей вот сегодняшней дегустации оценку 3. Вот. А почему 3? Потому что, чтобы был шанс, что если будет еще более плохое пиво, было куда поставить чего. Ну и 4 поставлю, потому что на самом деле не все так плохо. И какое-то у него есть свое лицо, свой характер. Просто он, может быть, не всем придется по вкусу. Но мало ли, извращенцы всякие бывают, что кому-то может и понравится. Во-первых, запах ни о чем, вкус как бы по большому счету скорее тоже неприятен, да, чем неприятен. А что там, из-за того, что кто-то корячился и сделал, да, очень вкусное пиво, но с другой стороны, не то, к чему все там привыкли, то, что там вот это вот обычный, как говорит, обычный сол. Как говорит Юрий Хованский, пробуя шаурму, да, за оригинальность накину, как бы, да. Ну что, вернемся к мушкетерам. К мушкетерам. И вот... Я прям уже задор, да, такой уже пьяный появился. Что, у тебя какие-то мысли сделать рокировку? Ты хочешь выпустить Дежусака? Всем известно, что Дежусак гвардеец. Продолжим весткастом. И это, как они, как написано в том же тапке, это двойной Black IPA. Двойной. Любим ли мы Black IPA? Я, кстати, сейчас в последнее время подпил немножко Black IPA разные. Они хорошие. Ну, не все. Ну, на любителей. Но мне просто интересно, как я-то для себя понял, как я вижу, как Black IPA. Я вижу Black IPA, как я его варю. Но мне хочется посмотреть, как другие люди. Да, мне тоже хочется. Цвет сразу отсюда. Цвет очень похож на предыдущий Delirium. Но темнее и коричневее чуть-чуть. А ты попробуй его на запах. На запах. Ну, запах, по крайней мере, есть. Он, ну, вот приятный. Это, вот это вот жёночка. Интересный. А знаешь, у меня жонку я не ощущаю, но я ощущаю фон от жонки. Ну, вот фон от жонки? А почему фон от жонки? Потому что её тут немного. Ну, по цвету видно, что он не черный. Он такой... светло-коричневый, какой-то в просвет, на просвет темно-красный, какой-то бордовый, но... Ну, не, но я же, если его называть Black IPA... Я бы назвал школьный компот, знаешь, на чернослив. Там чернослив, яблочко, груша, вот это вот, сухофрукты. Но только такой хороший. Пахнет именно вот этой жёночкой, очень вкусно пахнет. Да, неплохо. Но при этом, смотри, пенка довольно-таки светлая для... Ну, она не кофейного цвета, и если кофейного, то светлого. А пиво само не кофейного цвета, ну, поэтому да, все в принципе, да. Потом вот какой-то такой прям... Спиртом так тук? Нет, не спиртом, так нахлобучил какой-то. Вторую порцию, да, да, вкуса, ароматики какой-то такой прям очень интересный. Вот это пиво, кстати, рекомендую. Очень приятный такой нежный и мягкий аромат. Очень приятный вкус, послевкусие вообще обалденное. Знаешь что? Глоток делаешь, у меня на язык накатывает спиртовая такая штука, а потом быстро раз и в послевкусии исходит. Знаешь, как волна на тебя так раз,
и потом отступает. Вот такая вот аллегория. И вот так, если его пробовать, оно действительно очень сладкое, очень плотное. Хотя вот так вот не скажешь, то есть, ну, достаточно жидкое, так вот оно. Но во рту оно очень плотное, обволакивающее. И очень много всяких оттенков, всяких вкусов. Да, там есть что попробовать. Ну. Да, так что вот это я, кстати, рекомендую, советую. Так, ты свои баллы сказал. 10, да? Да, на это очень. Но вкусно. Оно точно, я, если там поставил 7, этому я не могу поставить меньше. Но я поставлю 9, потому что идеала не бывает. Как, в общем-то, я абсолютно прав. Ну, мы ставим свои оценки не в большой, не в сферическом. В относительной. Относительно сегодняшней дегустации, да. Да, это вышка. И... То есть в Антапте, может, я ему поставил там и все 5, например, да. А в данной дегустации я просто вставляю для маневра момент. Если 9 будет максимальным баллом, то значит 9 оно так и останется. Ну, не знаю, я ставлю без оглядки на то, что там что-то может еще произойти. Вот. Просто потому что а вдруг не произойдет, и чего я буду с этими девятками сидеть. Ну смотри сам. Нет. Ну, пиво хорошее. Хорошее, достойное, да. 10. Пока что лучше из всех трех, которые попробовали. Да. Ну что, продолжим? Боюсь, но придется. Придется. Раз ввязались, раз начали, то давай продолжать. Что, Delirium Red? Это, наверное, самый распространенный, самый популярный из всех делириумов. Я только о нем как бы. Я слышал только про этот. Тремонс. Про Тремонс. Это пиво, ну такое, я его первый раз пил по мотиву Mortis Ubiit, потому что хотелось после того, как вишенку попил, хотелось чуть более бомбического. И вот это вот это. То, что. Это он даже не в квадрате, а в кубе, я сказал бы, что Mortis Ubiit, потому что... Ну, видишь, опять, с одной стороны, не рассказать что-то неправильно, с другой стороны, мне какие-то уже, знаешь, вводные ты даешь, которые я бы не хотел знать. Ну, смотри, какая штука. Саша тоже рассказывал, пока ты наливаешь, скажу. Очень красивые вот бутылки, чем они, Delirium, бросаются в глаза, тем, что прям как будто бы из гранита вытащено, да? На самом деле это термоусадочная пленка всего-навсего. Но вот такая вот вроде бы. Которая косит под кёльнскую керамику. Да. Вот такая есть керамика. Ну, казалось бы, вот, наверное, вот, в Кёльне делают. Вот небольшая такая мелочь. Штучка, а сразу бросается в глаза. Все знают эти белые бутылки. С черными вкраплениями. Да. Все да знают. Ну что, давай, вот он, фрутбир. Давай. Понюхай-ка. Ой, прям все, сразу прям запах фруктовый. Тут прям вишня. И когда он немножко подвыдохнется, может быть, немножко согреется, гораздо приятнее аромат, потому что начать такая вишня прям суровая. Да. Ну, еще пахнет вишней еще. Очень, да. И вот не вот этой дурацкой косточкой, которой пахло вот это вот, вот здесь же пахло. А мякотью. Да, а мякушкой. Все, пена ушла. Ну, в любых... Ее особо и не было здесь. В любых, да, ламбиках она особо и не стоит. Ну, здесь такая... пылеобразная не осталось немножко. Знаешь, кремом еще каким-то. Ну, вот прям фруктовым кремом. Ну, такой сливками, может быть, даже какой-то. Оно горькое, оно ароматное. Горечь, причем такая вишневая. Вообще горечи не чувствую. Не чувствуешь? Я прям чувствую горечь, причем на кончике языка. Я пью такой, знаешь, не забродивший причем, а просто вишневый компот. Компот. Вишневый компот с алкоголем. Прикольно, у нас с тобой тоже... вообще абсолютно разный вкус, всегда мнение расходится по любому пиву. Мне очень нравится это пиво, и оно очень вкусное, но... Все как надо, нет, здесь все очень хорошо в этом напитке. Девяточку ставлю, все молодцы. Я девяточку ставлю, то есть две девяточки на самом деле. Да, мне очень вкусно, на губах потом везде, во рту, горечь такая небольшая и... Вообще нет, у меня вообще нет горечи, у меня есть... кислинка, есть сладость, горечи не чувствую никакой, вообще нет, никаких ее проявлений. Есть горечь, неприятный вкус, она причем волной, прям так откуда-то изнутри выходит, и по кончику языка, прям вот по самому краешку, нет, раз, так и все исчезает. Пойду помою, а ты еще расскажи, как-то нет горечи. Нет горечи. Мушкетеры. Короля. Мушкетеры короля. Ну что, поймать да. Мушкетеров, Атоса, Портоса. Ладно, фигня какой-то, страдаем. Магма. Магма. Видишь, что? Написано Belgian Triple, India Pale Ale. И что мы об этом можем подумать? Что это, в тапке написано, что это Triple IPA.
А на самом деле это трипель и ПЛЛ, ну, как бы, я не знаю. Вместе взятые? Да. Купажированные? Да нет, навряд ли. Я думаю, все это как в одно уводилось. Мушкетёра. Цвет такой хороший. Сразу нравится, да? Да, нравится. Такой пашечка. И пена, смотри, и пашечка. И пеночка, смотри, какая, в отличие от первого. Прям, но быстро сходит. Ну, в аромате, да, пашка есть. Хорошая, да. Такая лайтовая, а ипа без сильно ярко выраженных каких-то нот ароматических. Может быть, на каких-то не американских, на европейских хмелях? Может быть, не знаю. Печенка какой-то пахнула в трех сторонах всего. Не знаю, пахнет хмелем, дрожжами пахнет достаточно неплохо. Дрожжами пахнет? Mm-hmm. Ну, Бельгия, она вся дрожжами пахнет. Но у них ароматные дрожжи, в отличие от некоторых американцев, которые прямо, если уж дрожжи попали, то вонь стоит просто чечешь. А здесь хорошие такие. А сафалька, кстати, чьи? Бельгийские? Бельгийские, да. Ну, кстати, сафалька, ну, пахнет. Ну, похоже, да. Вот на и выпечку, и печеньки, но и что, и по запаху это вкусно, по цвету. Пахнет приятно. По цвету это, да, это и трипель, это и... Да? Ну, это может быть просто запотело. Ну, нет, да, нет, там, ты с самого первого момента ты в холодильник ставил, бутылочка это была мутненькая, и так она и осталась. Ну, на вкус попробуем, потому что запах, в принципе, я уже понял, о чем тут запах. Хороший. Я бы слово трипель убрал отсюда. Я не знаю, что здесь трипель его. Это IPA, по-моему, без всяких... Ну, не горький. Ну, такой... Скупой. По засыпи очень хороший. То есть, тут прям на зерно не пожалеют. Знаешь, может, градусность? Трипелевая просто. А дальше все как... Я не знаю, я просто... Пишет, девяточку. Представляешь, девятка, чтобы получить алкоголь, это какой плотности должно быть? Значит, это сусло, и оно достаточно... Я представляю. Сухое. Да, я тоже. Оно сухенькое, потому что... Я не знаю, кто тут как-то переводил, но написано, что... Вот, Гош, ты можешь начальное сусло, плотность 12,7, и получить из этого 9 градусов алкоголя. Я вот на такое не способен. Может быть, вы кто-то знаете, как из 12,7 получить 9 градусов алкоголя? Напишите в комментариях, пожалуйста. Знаешь, мы уже не первый раз натыкаемся на такие пивасы, где пишут, что плотность начального сусла была там 12-13, а потом алкоголь... Я бы, кстати, сказал, что это скорее трипель, чем ипа. А я бы сказал, что это скорее ипа, чем трипель. Но опять же, ипа, я не знаю вот этих хмелей, которые... Я бы сказал, что это трипель, который сильно охмелен, все. Сильно охмелен, трипель. Mm-hmm. Ну, может быть, да, соглашусь. Хорошее пиво. Я, кстати, вот не тяготею к такому, но оно мне нравится. Вот в таком вот ключе пиво вполне себе. И оно наворачивает такое вообще очень быстро. Вот две бутылки выпьешь и прям привет. А я бы сказал, скорее нет. Я бы поставил ему не больше 6, ну, по... Ну, 6 ставишь, да, по своей солнечной шкале? Да, потому что... А я ему поставлю, пожалуй, 7. Так же, как первому вот этому. Потому что, по-своему, оно мне понравилось, но оно не лучше того, и не настолько лучше или хуже, а так вот... Оно поплотнее, в нем больше остаточных сахаров, чем в первом, чем во втором. Угу. Вот, оно как послаще. Смотри, пенка. До сих пор уже допил пиво, а пена в бокале все еще остается. Такие вот дела. Да. Пора заканчивать эту вакханалию. Вакханалию. Мы набрались, ребят, уже вообще просто в дрибадан. Но мы этот марафон не останавливаем, продолжаем. Открывайте, Александр. Что открывайте? Это Крисмас. Да. Рождество. Это самое... Какое? Крепкое пиво за сегодня. Слава Богу. Что? Других эпитетов я ждал. Ну, прозрачное вот на вид. Оно розовое, рождественское. Чего мы от него ждем? Christmas Ale, я ничего не жду. Ну, там какие-нибудь. Это такой... Палки корицы, нет? Не-не-не, я Понимаю. Вот это вот вообще никогда прям не был сторонником. Смотри, того, что в рождественском пиве должно что-то быть такое, вот, знаешь. А что? Ну, Рождество, что там тебе? Вот взяли елку так вот в рот засунули, что вот так вот? Ромашка. Ну, так вот по аромату квадрюпель.
Ничего себе ты определяешь вообще. Ну, единственное, может, более водянистый какой-то такой, водичка немножко пахнет. Скорее приятный. Приятный запах, приятный, такой, да. Фруктовый, немножко сливовый, вот, мне кажется, вишневый, что-то такое вот. Леденец, может быть. Ну, вот, может быть, это те специи, которые ты ждал там, я не знаю. Я не ждал, я не в курсе, что вообще в этом пиве добавляли. Потому что для меня вот рождественский эль, это, ну... Это тот эль, который сварили, чтобы пить его на Рождество. А чего туда добавили, каждый что хочет, то и добавляет. Вкус рисковат, немножко он менее неприятен, чем вот у первого пива был, но мне он, не знаю, как-то напоминает такой благородный вариант крепкой алкашки, вот такой вот российской. Ну, нет, я сказал бы квадрик, как он есть, может быть чуть посветлее. А так квадрюпель. Ты бы сказал, а я вот, знаешь, я делаю глоток, и мне хочется сразу же закусывать чем-нибудь вот таким. Колбасой причем, какой-нибудь такой. Прям. Причем не колбасой, а прям... Салатом. Оливье. Или селедка. Вот оно, рождественское, это оттуда. Оливьешки сразу так, селедка под шубой, так, вот такой вот, да? Ну, я бы сказал, что средний квадрик, и на том остановился бы. А чего-то там. Я ему поставлю 5 баллов. И пожалуй, на этом остановлюсь. Мне, честно говоря. С одной стороны, не хочется допивать, с другой стороны, вдруг там что-то выскочит. Там же бывает так, да? Нет, ничего не выскочит, очень вкусное, сладкое, немножко красненькое. Квадрюпель, в принципе, как он есть. Специи особо тоже. Не, допивай. Вот. Ну. Островато. Семерочка. А может быть такое, что там ну какие-то не специи, но добавки, я не знаю, ничего, имбирь какой-нибудь там. Ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Подводим итог. Да. Наверное, вот у этой пивоварни немножко больше голосов, чем у этой у нас получилось. Да? Я бы сказал, даже преимущество. И причем явно, если здесь. Один такой. Один выстрелил. То здесь, в общем, все такой. Либо середнячок, либо нормально. Здесь все выстрелили. И единственное, что да, вот только магма. Подвела? Не подвела, но на фоне остальных как бы более не так. Зрелищно выглядело. Да. В общем, мы сейчас какую-то сводную табличку, наверное, здесь. Вы ее уже видите, видимо, мы ее еще не видим. И не увидим. И там результаты нашего сегодняшнего теста. Поэтому не стоит покупаться на то, что красивые бутылочки. Две пивоварни через улицу буквально. Ну, это какие-то там 50 километров. Ну, что это такое, да? В общем, вывод такой, что надо пробовать, делать свои какие-то сравнения, выводы. Поэтому... Ну, я бы посоветовал вам вот, да, вот эти вот... Нет, ну, вообще, я с тобой согласен. Да, знаешь как, и вот это все, это мы с тобой сейчас исходим из того, что вот попробовали 6 таких каких-то неимоверных сортов. Каждый из них гораздо круче, чем там, я не хочу называть Балтику, Тройку. Ну нет. Я просто, у меня есть такой штамп банального пива. Банальное пиво, Балтика, Тройка, да, вот, конечно же, они сильно круче, чем оно. С вами были Саша Гендель и Гоша Грипс. Проект «Первая варка» пивоварни Биарбрю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, спорьте с нами в комментариях, если есть желание спорить. Если нет желания спорить, то пишите, что мы молодцы. Да? Пейте вкусный мир. Пока. Пока. Они знаешь, что делают? Они выделяют мякоть, а шкурки они и косточки... Они выделяют мякоть. У них есть специальный завод. Который выделяет мякоть. Который отделяет мякоть. Они мякоть кладут вот в это пиво. А косточки с кожурками вот сюда. Но оно неплохое. Я его второй раз пить не буду никогда. Брать где-то за деньги. Вот. Покупать.
думаю, как наворачивать с двух хорошо-то уже. А что будет дальше? Дальше там на повышение поедем. Запах приятный, я даже отсюда чувствую с заложенным носом. А откуда ты знаешь, какой это первый или второй? Я не знаю, какой это, но вот я сейчас к вам подошла в комнату, очень приятный запах от какого-то. Ну иди понюхай вот эти две бутылки. Даже говорю, с заложенным носом стоит в дверях. У нас, знаешь, что третья шкала такая, фум, Оля выпадает, да? А тут запах с заложенным носом. Вот это, наверное. Ну, это и было. Пиздатый. А вот и вердикт, а вот и вердикт.